Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. У меня есть проблема, я не могу отказаться от человека. Как избавить себя от сомнений? Он говорит, что я нужна, но при этом говорит, что мне нужен другой. Я чувствую, что у него есть чувства ко мне, но почему он так говорит? Говорит, привык жить один, хотя ранее говорил, что думал о совместной жизни. Смотрите. В чем здесь есть, ну, в чем суть, да, вашей, как бы, истории, в чем суть вашей ситуации в целом, если говорить. В целом, суть вашей истории заключается в том, что вы сам по себе получается человек, ну, такой достаточно вот тревожный. Вот. И будучи тревожный, будучи вот ну, такой, да, вот себе неуверенный, вы, вероятно, в общем-то, сомневаетесь. И с таким, на мой взгляд, ну, достаточно жестким вот человеком, да, ну, как бы вот, вероятно, вот таким человеком, ну, достаточно уверенным в себе, да, и так далее, вот. Вам, возможно, не очень, как бы, комфортно было бы, вот, понимаете, да? Вы выбираете человека, по сути своей, такого, который так же, как вы, себе не уверен. То есть вы выбираете человека, который, ну вот, который, так же, как и вы, в себе несколько, вот, знаете, ну, сомневается, да? И, как бы, транслирует ему вот эту вот всю историю, что я сомневаюсь, и ты сомневаешься, вот. Поэтому при всем желании абсолютно ну, человеку как бы вот не может на что-то решиться, потому что именно по этой причине. Потому что вы выбрали такого человека, неуверенного в себе. Вот, и вы как бы ждете от него как раз того, что он, ну, что он будет принимать решение. Вот. Ну, может быть, даже вместо вас. Хотя вам самой от этого только тревожно. Вот. Понимаете, да? Какая штука получается. Вот. То есть проблема, на мой взгляд, она в этом. В первую очередь.
заключается. Вот. И вам, на мой взгляд, нужно в первую очередь значит, для себя определиться, чего вы хотите. Вот. Просто самой вам для себя определить, что вам нужно вообще. Вот. И дальше, соответственно, уже будет как-то понятно. Пока вы тревожитесь, пока вы не уверены, то и людей вы будете встречать в своей жизни таких же тревожных и неуверенных, как и вы сами, к сожалению. Понимаете? Какая история. Вот. А вы сомневаетесь в нем? Почему? Почему вы в нем сомневаетесь? То есть, как бы, ну, откуда берутся вообще, скажем так, у человека сомнения? Ну, вот, в чем-либо. У человека берут сомнения, когда он чего-то боится. Вот. Вот ваша задача для себя — выявить в первую очередь, чего вы боитесь сами. Ну вот, просто сам себя чего боитесь. Только предмет вашего страха будет ясен, вот, сразу можно будет уже что-то делать. Вот. Можно будет, ну, условно говоря, что-то в вашей жизни менять. Вот, а пока, да, пока вы находитесь в подвешенном таком состоянии, это правда. Вот, и, естественно, вам тяжело. Вам бы, вот, знаете, что сделать? Вам бы отграничить вот то, что вы чувствуете, условно говоря, к мужчине. Вам бы отграничить то, что вы чувствуете к мужчине, от того, что вы хотите, ну, просто вот для себя, допустим. Вот. Так оно было бы легче, так оно было бы проще, так оно было бы как-то попонятней для вас, и в общем и целом не так это было бы напряжно и тяжело, как сейчас это для вас выглядит. Понимаете, да?
Вот как, какая-то такая история. Поэтому, в первую очередь, я бы рекомендовал вам, конечно, поработать бы с этим направлением. А вот уже потом, уже после смотреть, что вы можете сделать. Вот. Понятно, да? А вы как бы перескакиваете как бы в данном случае. Вы перескакиваете, вот, на мой взгляд, опять же, перескакиваете в данном случае в своих потребностях. То есть вы хотите, чтобы вот именно, что, ну, мужчина, вот именно, чтобы мужчина вам, вот, ну, как бы, да, смог дать то, вот, в чем вы нуждаетесь. Понимаете, да? Вот отсюда, как бы, и такая вот проблема. Вот, поэтому предлагаю, ну, начинать разбор именно с этого аспекта, вот. И дальше уже думаю, что ситуация будет для вас более понятно. Вот. Вот такой ответ. В принципе, я мог бы вам ответить сейчас. Так бы я мог бы вам ответить сейчас. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.